Здравствуйте всем! Рады вас приветствовать в своем тихом уголке в деревне. Друзья, вот у нас уже полдень, обед. Покормили свое хозяйство. Хочу показать, какая красота у нас распускается. Травка такая зеленая у нас. Все зеленеет, деревья все зеленые. Листья еще не до конца, конечно, распустились. И вот у нас тюльпанчики распускаются. Красавцы, нарциссы. Скоро ландыши будут. А вот здесь у меня ирисы. Такие красивые и так пахнут. А наши бараны облюбовали их. Они им понравились. Они им макушки сожрали. Вот теперь оберегаю их. Надо чем-то их тут оградить. Туда подальше не ели. Целые стоят. Попроще. А здесь, ну так пахнут. Они их сожрали. Надо оградить. И во втором палисаднике вот нарциссы уже скоро-скоро распустятся. Тюльпанчики. Здесь распустился. Люпины, ромашки, гвоздичка. Розочки, почечки спускают. И надо сеять цветочки. Никак не посею. Лилии. В общем, красота. А это шиповник. Роза цветет красиво. Потом еще шиповничек. В общем, лето. Лето к нам движется. Но вы знаете, так холодно. Ну, никак тепло не приходит. Вот эта смородинка. Я вспомнила, как ее называли. Называется золотистая. И пчелы кружат. А это здесь у нас инвалид. Помните, которому я ножку лечила? Конечно, так и не вылечила я ему ножку. Было поздно. Он у нас ходит. Ходит он у нас плохо. Ножка эта так и искривлена. Они клюют ее. Поэтому не могу посадить вместе со всеми. Кормим отдельно. Он и ходить не может, так как сидит практически всегда коробки. А это самые те, которые были маленькими. О, какой чуб! Какой чуб тебе! И ты вон серенький, такой чупатый красавец. Курочка, не знаю, петух, не поймешь. Вот, вот этот виден, вот прям хорошо виден. Гребень большой, значит, петух. А этих не поймешь, чупатых. Ну, курочки он без гребней. Нашел какую-то мошку галашейную и бегает с ней, прячется. А они все за ним. Вот играем. Деревья тоже распускают листики. А дуванчики у нас пошли. То как-то не было, не было. Потом раз, и одуванчики появились. Абрикоска так цветет. Черешня начинает там тоже цветочки пускать. Слива. Ну, а остальное все. Яблони и груши зацветут позже. А это вот мы обработали с мамулей клубничку. А вчера мы были в городе и купили вот этот укрывной материал. Или как он называется. У всех насмотрелась. В светофор вчера зашли, редко бываем. А я говорю, давай-ка купим. И вот сейчас буду настилать, пробовать. Мне понравилось у людей. Травы нет. Замечательно. Облегчение труда. А то вечно на этой клубнике столько травы. Ну, попробую. Что будет, то будет. А вы оставайтесь со мной. Попробуем вместе.
Я так думаю, наверное, все равно, какой стороной. Там сказано 1,6 на 10 метров. Сейчас замерю, что там получится. Он Ваня идет, наверное, на помощь. Он был против, а я настояла. Ну, вот 1,60 на 10 длины. Ну, сейчас я попробую и буду прорезать. Оно видно, что там. Я думал, она не будет видно. А? Я думал, что она не будет видно. Как не будет? Он даже когда поливать сверху. О, 10 метров у нас получается. Только листья должны лежать. Иначе вот такого и здесь будет трава растет. А так ее листья ее придали. А тут у нас не это. Ну все равно все. И тут мы оставили с мамкой. Да. Такая разрослась. Новая. Чуть меньше листья тут получится. Мы вот так красиво сделали клубничку, заслали ее, чтобы она у нас теперь росла, плодила хорошо. Но нам чуть не хватило, там эта тепличка еще чуть есть. Мы еще докупим одну, такой, один укрывной такой материал и доделаем, чтоб уж совсем травы не было видно. А то чего ж буду тут спину гнуть, да? Правильно. Ну а теперь с Богом пусть растет, чтобы было много-много клубники у нас. Ну, а мы дальше поработаем. И полоть надо, и работы полно. А еще пообедать надо. Обед-то все равно по расписанию. Работа работой, а обед по расписанию. Так что, друзья, спасибо вам, что вы сегодня были с нами. Помогали нам морально. Всем мира, здоровья, добра. И всем пока-пока.